Приветствую! Итак, что нового в патче на Last Oasis? Волкеры, они же ходуны. Добавлен ходун моллюск. Добавлен новый тип крыльев для моллюска. Скоро они появятся, кстати, и для других ходунов. Проходимость таскера ходуна улучшена при движении по холмам. Разрешено строительство на ходунах внутри торговой станции. Отрегулированы позиции и поведение камер ходунов. Отремонтированы столкновения различных ходунов. Добавлены визуальные примочки для ног ходунов. Запрещено строительство под лестницей у ходуна Шметерлинг. Возможно, я неправильно произношу. Ходуны автоматически выходят из игры, если не используются в течение 6 часов. Увеличен предел веса буфала ходуна до того же значения, что и у стилетта. Теперь переходим к изменениям конструкций. Добавлено время упаковки в зависимости от размера базы. Добавлена задержка активации для башни Рупу Слингс. Улучшена стрельба по цели у башни Слингов Рупу. Добавлены новые анимации при использовании быстрой засаживалки на ходуны. Перемещена лестница с базы из тяжелого дерева на базу из светлого дерева. Закрытие меню здания сделано автоматически. Увеличен размер контейнера с водой для кровати. Добавлены физические шлагбаумы для ходунов. Добавлен постоянный урон конструкциям и ходуна внутри объектов, таких как камни. Переходим к изменениям со звуками. Добавлена новая система музыки. Улучшены и заменены различные звуки Нур и Окам. Добавлены новые звуки для различных керамических столкновений. Изменены различные звуки удара, когда без оружия. Добавлены новые звуки для различных лутбоксов, которые разбивают стрелами, тащат гарпунами и тому подобное. Изменены и улучшены различные звуки ходуна. Настроены звуки для удара по крылу оружием ближнего боя. Переходим к персонажам. Улучшены учебные квесты, заменены некоторые из них, подправлены логические здания и тому подобное. Добавлен постоянный урон игрока внутри объектов, таких как камни. Капитальный ремонт системы полета в костюме белки-летяги. Переходим к изменениям интерфейса. Обновлены шрифты для некоторых языков. Заменено много временных значков. Добавлено окно управления при использовании наборов. Сделаны учебные панели, так что они теперь менее навязчивые при прохождении обучения. Улучшен внешний вид и удобство использования некоторых меню настроек. Изменено удобство использования некоторых элементов карты мира и лобби. Улучшено удобство использования меню здания. Переходим к оазисам и разведке. Добавлены большие кактусы в сложные оазисы. Улучшены столкновения и визуальные эффекты в лагерях Рупу. Улучшены спаун-позиции в оазисах средней сложности. Увеличен размер яблонь для повышения удобства использования. Скорректировано размещение урн и Рупу в виноградных лагерях. Немного снижена плотность рогоза в болотах. Увеличено время возрождения добычи в некоторых руинах. Переходим к существам. Добавлено новое поведение Нур. Новые атаки, прыжки, засады и тому подобное. Улучшены или заменены некоторые из существующих поведений Нур. Добавлены новые поведения Окам, насмешки, новые атаки и тому подобное. Улучшена логика выбора целей для атаки Окама. Улучшено поведение Рупу при насмешках над игроком. Нуры появляются в группах, а не в одиночку. Теперь, что касается боя. Изменены позиции различных видов оружия при удержании. Отключено использование копья во время схватки. Визуальные изменения. Улучшены текстуры для старых крыльев ходока, которые можно найти. Ну, ходока-ходуна. Улучшены частицы и сотрясение камеры. Скорректированы визуальные эффекты тумана и окна на всех оазисах. Улучшены визуальные эффекты водной ряби и брызг. Подправлены тканевые визуальные эффекты различных доспехов. Добавлена реагирующая трава при ходьбе. Улучшены визуальные свойства травы при выращивании на склонах. Улучшены визуальные эффекты падения деревьев. Подправлены визуальные элементы строительной голограммы ходуна. Улучшены визуальные эффекты персонажей, связанные с шейдером кожи. Улучшены различные визуальные эффекты сбора. Добавлены лучшие визуальные эффекты для разваливающихся лут-боксов. Теперь, что касается оптимизации. Улучшена производительность анимации ходунков.
Оптимизированные частицы наиболее часто используемых моделей. Оптимизированы различные спецэффекты, водная рябь, частицы и тому подобное. Оптимизирована логика, влияющая на производительность. Также исправлено великое множество багов. Как вам патч? Чего не хватает и что вы хотели бы увидеть в грядущих обновлениях? Напишите об этом в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Благодарю за внимание.